В Верхней Пышме на днях практически хэппи-эндом завершилась история, начинавшаяся вот с этих кадров торжественного конвоирования в человечий обезьянник животного друга человека. Оказалось, что Алабай, покусавший двух собак, одну из них насовсем, а также немножко людей, пытавшихся вмешаться, совсем не ничейный. Его хозяином оказался 44-летний работник промбазы, и он пристроил собачку туда на должность сторожа. Но в один прекрасный день этот могучий песик с цепи сорвался и побежал развлекаться в город, поиграть с маленькими собачками, которые для него оказались игрушками в основном одноразовыми. Однако к полицейским, прибывшим по зову граждан, проявил уважение. Правда, не сразу. Поначалу пытался было на них дергаться и рычать, но после предупредительного выстрела в воздух все осознал и подчинился. Из полиции трофейную среднеазиатскую овчарку отправили по этапу на собачью зону, на передержку в поселок Кедровка, где этот самец немедленно стал альфа, паханом, ну а кличку получил, как нетрудно догадаться, полицай. А полицейские тем временем узнали его, так сказать, родословную, послужной список и хозяина, которому после дачи показаний в райотделе и вернули грозное животное. Все собранные по этому делу материалы отправили в мэрию Верхней Пышмы, где административная комиссия уже решит, какой конкретно кары достоин владелец Алабая. Сам же он, в смысле пес, вернулся к привычной службе, и познакомиться с ним лично может любой желающий, незаконно проникший на территорию промышленной базы.